пушкинском транспорте проверили соблюдение пассажирами масочного режима. В связи с сезонным обострением простудных заболеваний необходимо помнить о безопасности и не переставать пользоваться защитными средствами, заявляют специалисты. А вы знаете, что нужно в пушкинском транспорте только маски есть? Да, знаю, но не с собой. С собой маска? Очень хорошо. Подскажите, а прививку вы сделали? Нет, не делала. А почему? Добрый день, подскажите, вы почему без маски в автобус едете? Возьмите листовку. Вы уже сделали прививку от коронавируса? Есть прививка? Результаты оказались неутешительными. Из 80 человек всего 50% пользуются защитными средствами. Хотя большинство все же имеет при себе маску, но носит ее не на лице, а в кармане. С жителями провели разъяснительную беседу и раздали им информационные листовки. Также в этот день были выявлены нарушения по обустройству остановочных пунктов. Согласно правилам посадки и высадки пассажиров, автобус должен подъезжать к бордюрному камню на остановочном пункте на расстоянии от 20 до 40 сантиметров. На остановочном пункте улица Нагорная мы видим невозможность соблюдения указанных требований в случае остановки перед пешеходным переходом. Специалисты рассказали, что на сегодняшний день готовится предложение по проекту «Транспортный каркас», в рамках которого в 2022 году планируется привести к ГОСТовским стандартам все остановочные пункты в городском округе.